Лили Роял, спасибо большое за донат. С текстом от автора Владимир Путин, молодец. Неужели правда? Группа «Ёбушки-воробушки». Да это рофл. Да не, не, прикол, это реально он, походу, охренеть. Сверхдоход, объедки олигархов, от нефти газа пук. Народ еще не чуял банкротство тяжких мук. Когда царя топили заморские друзья, его щитом прикрыла российская семья. Он еще и, походу, сам я сочинил, ни хрена себе. Нами пробоины латать, наш пенсионный возраст и НДС поднять. Я отрекаюсь от Путина. Я посылаю буржуев на. Я промолчу за Медведева. Вся Россия изъедена. Я отрекаюсь от Путина. Я посылаю буржуев на. Я промолчу. Ну, честно, отстойная песня вышла вот эта. Это трагикомедия. Санкции пенял, на выборах последних мечте не изменял. И верил, что и вправду наш Путин молодец. Увы, народ и ныне финансовый вдовец. Вы так и не рискнули менять капитализм. Народ отдали в жертву друзьям какой... Видите, дохуя душни какой-то вообще. Какой-то в тексте рассказов непонятно о чем. Не песенная песня получилась. И унылая при этом. Нет пути назад. Нет пути назад? Ого, это серьезная строчка. Я отрекаюсь от Путина. Я посылаю буржуев на. Я промолчу за Медведева. Вся Россия изъедена. Я отрекаюсь от Путина. А, да. Я посылаю буржуев на. Я промолчу за Медведева. Это трагикомедия. Все-таки, ну, короче, это автор этой песни, да. Все правильно понял. Здесь. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья. Группа «Ёбушки-воробушки». Название уважаемое тоже очень. Ну, блин. Походу, челик коммуняка. Ну, коммуняка поддерживает Путина, это сильно.